Этот праздник — день рождения, в нем живет печаль осенняя, потому что каждый год он настойчиво ведет годом нашим счет. Говорят, когда рождается человек, на небе зажигается звезда. И чем ярче и насыщеннее жизнь этого человека, тем ярче горит эта звезда. А огромные огромные звезды, яркие, вокруг себя собирают огромное созвездие. Вот так и сейчас, в центре стола, самое яркое, самое красивое, самое обаятельное, самая зажигательная, самая веселая, самая любимая звездочка, наша прекрасная Елена. Давайте поаплодируем ей. Сегодня она собрала огромное созвездие родных и близких, друзей и коллег. Еще раз давайте овациями дадим. Просто ее обсыпем этими аплодисментами и улыбками. Посмотрите, какая она сегодня красивая, волшебная. И наш первый тост будет за кого, дорогие дамы и господа? Конечно же, за Елену, за нашу яркую звездочку. За именинницу, за Елену. Поднимем мы бокалы. Бокалы полные вина. Мы пожелаем ей удачи и грянем громкое. А еще громче. С днем рождения! Ура! Пожалуйста, что принято делать на таких замечательных событиях, как юбилей? Все, тишина. Давайте. Поздравляем. Что делать? Поздравляем. Поздравляем. Давайте поаплодируем. Правильно, поздравляем. Еще что принято делать? Дарить подарки.
дарить подарки. У меня есть подарок по такому случаю. Этот подарок получит тот, кто угадает, что в этой коробочке находится. Подарок. Подарок, да, наверное. Можете, надо и конкретно отгадать, что там находится. Можете задавать наводящие вопросы, на которые я могу ответить, да или нет. Нет, это не колечко. Посуда? Посуда нет, брошь нет, деньги нет, браслет нет, часы нет. Я часы никому не дарю, говорят к расставанию. Это съедобное? Это не съедобное, хороший вопрос. Нет, не кубик. Это нужное? Да, нужная. Сувенир. Что? Карточка нет. Сувенир какой-то. Флешка. Флешка нет. Сувенир. Не телефон, да, не телефон. Ну, Nokia 3310, но он очень легкий. Очень легкая. Давайте еще думайте. Сувенир. Сувенир. Это сувенир, да. Сувенир обезьянка. Сувенир обезьянка нет. Камень? Нет, нет. Магнитик нет. Собачка нет, серьги нет, петушок нет. Давайте будем разбираться, где он вам может пригодиться. Кукла нет, но очень похожа на... Статуэтка нет. Вот что-то типа брелка, но не брелок. Заколка нет. Упаковки. Это на резинке. Нет, это не штопор, это на резинке. Ну, видишь, я интересный. Я обычно узло складываю, но тут интересно вот отгадать. Отгадать. Свечи. Что? Свечи. Свечи нет. Что-то на... Давайте сферы, где можем, мы можем с вами это использовать. На кухне? На кухне нет. Ванной? Ванной. Это... Этот конкретно нет, но ванная, оно есть. Крючок какой-нибудь? Нет, не крючок. Мыльница, что ли? Мыльница нет. Детская игрушка. Похоже на игрушку, но это не игрушка. Нет, мыло. Мыло нет, нет. Освежитель воздуха, да, все правильно. Вот такую интересную штучку. Ароматизатор автомобильный. Аплодисменты. Все перечислили, а такого нет. Что еще принято делать на... Что бы принято делать? Веселиться, участвовать в моих дурацких конкурсах, правда, да? Танцевать. Именинницу можно не только именинницу, можно всем целовать, обнимать, еще что можно. Выпивать и закусывать вообще. Надо, молодец, я тебе денег сегодня дам. Молодец, хорошая. Выпивать и закусывать. А еще мы сегодня с вами, чем больше и активнее участвуем, будете получать вот такие денежки в конце вечера. Мы эти денежки будем обменивать на призы. Так, еще что? Дарить подарки и... А, развлекать, да, я сюда пришла развлекать. Еще дарить что? Настроение. Настроение и? Ладно, понятно, цветы дарить. Так, еще. Улыбки. Хорошо, наводящий вопрос. А вы все друг друга знаете? Знакомиться. Вот, правильно. Нет, не все. Я предлагаю познакомиться, потому что когда именинница приглашает к себе гостей, они с разных мест, это и родственники, и друзья, и коллеги, поэтому я предлагаю с вами познакомиться. Кто за, поаплодируйте, пожалуйста. Поаплодируйте, если вы согласны познакомиться. Давайте так, сначала мы познакомимся. Говорите имя, главная черта вашего характера и что вы хотели пожелать имениннице. Давайте с меня начнем. Аня, веселое солнце. И все понятно, какая я и что бы хотела жить. Все, готовы? Ирина, добросовестная, счастье. Аплодисменты Ирине. Ирина сегодня у нас денег много заработает. Так, дальше. По порядку. Наталья, мягкая, добра. Аплодисменты. Ого. Да. Как хорошо. У меня там видно. Юрий.
Но мы не заработали на талантливый. Рассудительный, любви. Аплодисменты. Мы уже сказать не знаем. Нелли, юмористичная, любви. Александр, обыкновенный, благополучие. Никто не хочет там стриптиз. Бежите. Так. Любовь, добрая, терпеливая. Люблю Лену, всех люблю. Аплодисменты! Александр Павлович. Ну, как, к ней пришел, да? Ничего, не знаю, как сейчас придет тут. Да? Ты артист пришел? Да. Ну, вот все, да. Забыл, кому пришел. Аплодисменты. Да, конечно. Лидия, ну, моя дочь, пришли мы с ней на юбилей, добрая, ну и дай Бог ей счастья. Аплодисменты. Родители сегодня, у них скидка. Роман, порядочный, здоровья, любви. Аплодисменты! Наталья, терпеливая, благополучие. Молодец, отец. Хоть кто-то деньги в семейный бюджет зарабатывает. Ну, да. Конечно. Валентина, добрая, счастье. Аплодисменты. Александр, без фантазии, но денег желаю много. Аплодисменты. Татьяна, всех благ. Без комментариев, справилась, держит. Игорь, эгоист, хорошего настроения. Я так поняла, танцевать, да? Ну, хорошо. Наталья. Обыкновенная. Здоровья. О, молодец. Дмитрий, веселый, счастье. Аплодисменты. Справился. Итак, дорогие дамы и господа, вот мы с вами познакомились. Я хочу слово предоставить этой замечательной, красивой девочке. Не побоюсь этого слова. Но только после того, как вы скажете, какая она у вас. Подсказывайте, давайте, говорите, какая. Великолепная. Великолепная еще. Хорошая. Улыбчивая. Улыбчивая, так, великолепная, да. Улыбчивая, Наташа сказала. Хорошая, она же. Еще какая? Отзывчивая. Я надеюсь, вы не за деньги, да, говорите? Лучшая. Самая лучшая. Держите. Еще кто есть? Какая? Восхитительная. Музыкальная, это правда. Да, Далечка, говорите. Сексуальная. О, превосходно сексуальная. Держите. Так, еще какая? Ну? О, через мой карман, да. Веселая. Веселая, конечно. Гостеприимно. Ты решил сегодня бал со мной, да? А вот трудолюбивая. Трудолюбивая, конечно. Еще какая? Яркая. Юмористичная, яркая, яркая. Ты сказал? У меня там бездонный карман. Я думаю, что надо, значит, остановиться на этом. Мы еще будем ей говорить приятных слов очень-очень много, когда будем поздравлять. А вообще я предлагаю вам сейчас наполнить ваши бокалы и поднять этот тост следующий за вас, дорогие гости, чтобы вы сегодня пришли поздравить этого замечательного, любвеобильного, сексуального человека. Жизнерадостного, улыбчивого, конечно. Самое-самое. Ну что, дорогие дамы и господа, за вас, конечно же, дорогие гости. За вас. И за наши дорогие именинницы. Ура! 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 И, конечно же, с днем рождения! Днем рождения! Днем рождения! Днем рождения! А давайте бурными аплодисментами штрафников-то попросим на нашу импровизированную сцену. Да? Ну, бурными аплодисментами. Ваши бурные аплодисменты, самый трезвый стриптиз на свете.
Ну что, домовись, да? И я предлагаю поднять ваши бокалы за дружных, красивых, веселых. За нас с вами. Конечно, конечно, конечно. Можно подругу поздравить? А я хотела сделать музыкальную курительную паузу и начать уже поздравление, да. Поэтому вот третий тост за вас, Леночка, за ваши 18. Да, кто согласен? Вот! 6, ладно, 16, уговорила за 16. А, нет, нет, 18, потому что 16 тогда нельзя выбивать. Поэтому 18. Не, я в органах не работаю. Есть? Ты работаешь? Ну что, дорогие дамы и господа, всех с праздником. Леночка, с днем рождения, приятного аппетита, можете пообщаться, подышать свежим воздухом, можете погреться на солнышке, и через 2-3 минуты мы с вами начнем поздравлять. Ура! 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 С днем рождения! Ну что, дорогие дамы и господа, я думаю, что вы немножко перекусили, закусили. Я думаю, самое время начать, наверное, поздравлять. Кто-то поаплодирует, пожалуйста, начать наше поздравление. И первый, как вы думаете, кто поздравит? Конечно, конечно же, родители. Да? Так, дорогая наша доченька, поздравляем мы с папой тебя с днем рождения, с юбилеем. Желаем тебе счастья, как всегда, здоровья, ну и благополучия. Так, неповторимый, золотой, чудесный, добрый, самый лучший. Здоровья, радости большой, удачи и благополучия. Мечты заветные скорее, пускай легко осуществляться, чтобы золотой свой юбилей почувствовать себя на 20. Дайте стой за родителей, дорогие дамы и господа. Дай Бог вам здоровья, долгих лет жизни, счастья, радости. Пусть Леночка вас только радует, она ваша гордость. Ура вам! Дай Бог всего самого наилучшего и хорошего. Ура! Это ваш праздник тоже. Ура! Спасибо вам большое и низкий вам поклон. Давайте бурные аплодисменты. Ромочка, любимый сын со своей замечательной супругой Наташей. Давайте, овации, овации, аплодируйте. Мама, мамочка моя, с днем рождения тебя. Спасибо, милая моя, за жизнь мою, что ты дала. Спасибо за эти за дни бессонные твои. Что ночи провела в ночи, что провела со мной в ночи. За мои первые шаги их научила делать ты. За все тебя благодарю и очень сильно я люблю. Прошу, прошу у Бога, не болей. Тебя нет ближе и родней. Здоровья, счастья и добра, ты рядом с нами будь всегда. С днем рождения тебя! В моей жизни есть особая любовь, моя славная и добрая свекровь. Замечательная бабушка и мать, что смогла такого сына мне отдать. В день рождения и в другие дни, и когда мы рядом, и когда одни, не устану искренне. Я благодарить. Что стараешься невестку не винить, что приходишь в гости нас предупредив, что не поступаешь сыну супротив, что даешь семье отличный... Что даешь семье отличный шанс вздохнуть и порою от детей нам отдохнуть.
Ну а то, что прибавляются года, на тебе не отразится никогда. Мы заботой и опекой окружим, чтобы знала, как тобой мы дорожим. Обещайте мне, что сегодня, если будем плакать, то только от счастья. Ты мои слой, вот они такие, дети. О. Я еще предлагаю два поздравления заслушать. Но под ваши бурные аплодисменты следующее слово предоставляется Любовь Павловне и Александру Васильевичу. Вы вчетвером под ваши бурные овации. Дорогая Елена, поздравляем тебя с юбилеем. Как много в этом слове юбилей, и счастья, и улыбки, и волнения, и много-много в жизни дней, и радость, и печаль, и откровения. Желаем жить без огорчений, без потери утрат, и хорошее здоровье будет лучше всех наград. Желаем женственности вечной и мудрой женской глубины, весны прекрасной, бесконечной, весны для сердца и души. Это наше поздравление, поэтому... Давай. Самое главное не прочитала. Целуем Барсуковы, дядь Саша, тетя Люба, Саша... А это Валя считает? Нет. С днем рождения, дорогая Леночка. Так сегодня нарядны букеты, поздравления звучат с теплотой. Праздник яркий, волнующий этот, пусть улыбки приносит с собой. Все желания будут сбываться, греет чуткость любимых людей. От души вдохновение, счастье самых светлых и солнечных дней. От всех нас. Еще не все. Еще не все? Да, Леночка моя хорошая. Петушок, золотой гребешок, что встаешь ты рано? Поднимаю всю охрану. Да, время всем давно пришло, и корма все ждут с утра. Надо срочно кормоцех позвонить и ждать корма. Вот уже все зашумело, техника пошла, витамины, добавки, все по правилам. Ура! Раскудахтались куриная семья. Вида довольна, корма не она. Леночка, вот это сувенир, который... Символизирует. Вот это да, вот это поздравление. Ура! Аплодисменты! Я еще не сказал. Я на самом деле хотел, ну, пару слов, пару откровений по поводу Елены. Я Елену знаю с детства, ну, со своего. И вот сколько помню, идут года, у Елены просто меняются там наряды, прически, собственно говоря, а вот остается всем тем же человеком. Вот и по поступкам, собственно говоря, вот мне что, Лен, в тебе нравится, что ты всегда вот такая настоящая, живая, ты всегда, даже если я ошибаешься, но делаешь так искренне, вот в тебе есть такая нотка наивности, детства, ну, который мне нравится в людях, и вот на самом деле ты можешь этим гордиться. Ты вот, несмотря на, я думаю, что и 100 тебе будет там, ну, не знаю вообще, не буду загадывать эти даты. Может, да. Может, и больше, да, 120 говорят, больше. Да. То есть я хочу, чтобы ты вот эту свою черту как бы дальше вот проносила с собой. Оставалась ребенком в душе и немножко в поступках. Спасибо огромное, Саша. Это вообще, это слова со стороны, это вообще, вот, я не знаю. Да, за наивность, за детскую наивность в душе, да, за ваш прекрасный тост, за ваши прекрасные слова. Ура! 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 С днем рождения, с юбилеем! Как я и обещала, после этих поздравлений надо немножко, наверное, поучаствовать в каких-то конкурсах. Согласны? Итак,
Итак, открывает нашу программу Юра, бурные аплодисменты. И Саша, еще бурные аплодисменты. Итак, Юрочка, почитайте, что у вас там написано. Пожать всем гостям руку. Саша. Поцеловать всех гостей. На старт, внимание, марш, поехали. Жмем, 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 хорошенько жмем. Готовьте ручки. Кто за кого болеет? А вот. А мне пора домой. Кто был первый? Подождите. Кто был первый? Как Юра? Юра, раздеваться рано еще, подожди. Надо было просто руку пожать, а он уже раздевать. А я ж пишу здесь. А, победила дружба! Спеть куплет и припев песни «Крокодила Гены». Сколько
краше. Сейчас от себя, Леночка. Мы недавно с Леной познакомились. Подружки сейчас вот хорошие стали. Что пожелать тебе, не знаю. Пусть будет так, как хочешь ты. И только счастья много-много. И чтобы исполнились твои заветные мечты. А пить одна? Сейчас буду. Пить одна. Вот это Юра. О, ура! Ура! Вот это выдержка! Да, надо поддержать, конечно, надо поддержать. Ура! Какие замечательные гости! Все стоят друг за друга, убивают. Это так прекрасно, это так классно! Ура! Замечательный тост! На многие-многие года оставайся молодой и красивой, наша прекрасная Леночка. Ура! Еще такая есть часть семьи, это один большой дружный семьи. Это Игорь и Татьяна. Давайте бурными аплодисментами поддержим. Они прекрасно танцуют и поют, а сейчас мы предоставляем им слово. Ура! Я тоже как бы являюсь из города Баку. Елену знаю, можно сказать, с детства. Я знаю, когда она еще была юной пионеркой. И вот годы прошли, но она нисколько в сущности от этого не изменилась, только стала еще краше. Я хочу, чтобы она все время оставалась такой, ну, доброй, красивой, интересной женщиной, чтобы ее в жизни ничто не омрачало. О, спасибо. От души успехов день рождения, оптимизма, радости, тепла, больше интересных увлечений. И везение во всех делах. Пусть дорога в жизни будет ровной. И всегда лишь твердый шаг в пути. Много ждет удач, открытий новых и свершений добрых впереди. Так что, Лен, все хорошее впереди всегда. Поздравляем тебя, будь счастлива. Я хочу, чтобы я не забыла. За прекрасные слова. Леночка, на самом деле, самая жизнерадостная, самая активная, самая музыкальная, самая веселая. Вот за тебя, дорогая, за тебя. Да, за тост сначала, за тост такой. Да, конечно, за поздравления, за добрые слова. Спасибо. Ура! Господа, есть еще одно поздравление. Это уже мы переходим от родственников, от друзей к коллегам. Ирина Ивановна, Наталья Валерьевна, Наталья Анатольевна и Дима. Дорогая наша Леночка, поздравляем тебя с юбилеем и желаем тебе неповторимой, дорогой, чудесной, доброй, самой лучшей здоровья, радости большой, удачи и благополучия. Мечты заветные скорей, пускай легко осуществятся, чтоб золотой твой юбилей почувствовать себя на 20. Пусть дом наполняют тепло и достаток, и будут в нем счастье, уют и порядок. Дорогая наша Леночка,
Представь, что жизнь — это радуга, а каждый в ней цвет — ступень. Тебя и печалит, и радует вновь наступающий день. Цвет красный, как детство и юность, любви беззаветной пора. Оранжевый — счастье и трудность, взросление, брак и семья. Цвет желтый, как сердце ромашки, удачи, проблем полоса. Зеленый — и больно, и страшно, бывает идти до конца. Но дети уже подрастают. И вот наступает пора, пора, ступень голубая, внуков желанных пора. Цвет синий, спокойная, долгая жизнь, цвет неба, цвет глаз глубины. И ты не грусти, за любимых держись, здоровья тебе и весны. Ступень фиолетовая осталась, и этот период святой, твоя несомненно, не скорая старость. Так пусть же в душе твоей будет весна, сияют здоровьем и счастьем глаза. Пусть будет всегда в доме много гостей, и миру любовь, куча верных друзей. Дорогая наша Леночка, с юбилеем тебя! Поздравляю! Под ваши бурные аплодисменты еще одно поздравление заслушаем. Леночка наша дорогая, ты подруга просто чудо. Ты, подруга, просто клад. Нет надежнее, вернее, вот как люди говорят. Ум и руки золотые, сердце редкой доброты. Расцветает без сомнения все, чего коснешься ты. Леночка, слушай. Слушай. Пожелать хотим тебе мы с Юрой море радости, любви. Пусть ведут тебя дороги по счастливому пути. Поздравляем с днем рождения и желаем долгих лет. Бодрый будь и сильный духом, и живи всегда без вет. Поздравляем! Спасибо! Счастья, радости желаем! Спасибо! Поздравляем! Что с ними сделал снег и морозы? Так, а теперь поднимают все руки те, кто уже поздравил и хочет за крайнее поздравление выпить. Рюмочки подняли. Да? Все поздравили? Ура! За поздравление! Леночка, давай, ура! Я предлагаю, так все выпили, все закусили. Пойдемте, наверное, уже попляшем. Кто за, поаплодируйте, пожалуйста. Пойдем, присадь. Я пойду на улицу, к деткам пойду, голосом звонким я им подпою. Я пойду на улицу, к деткам пойду, голосом звонким я им подпою. Матушка, слышишь, соловьишек поет, а там под горой пляска идет. Детки голосистые звонко поют, мне Как вы думаете, какое у нее самое любимое мужское имя? Игорь. Нет, не Игорь, нет, не Роман. А, Саша. Саша. Я ж тебе говорю, лучше всех знаешь. Давайте поаплодируем. Александр, любимое имя. Молодец, знаешь. Все, минный бюджет. Так, тогда какое женское имя у нее любимое, как вы думаете? Нет.
Да, у Лены какое любимое имя женское? Валерия. Валерия, кто сказал? Кто сказал? Мама? Ну, пятак, держи тебе. Ага. Как вы думаете, какая у нее любимая цифра? 30. В голос, хором, шестерка. Мне, кстати, эта цифра тоже очень сильно нравится. С математической точки зрения. Ладно, не буду объяснять. Так, да. Любимый цвет? Голубой. Нет, не красный, и не голубой, не зеленый. Нет, не золотой. Нет, не лиловый. У нас 5 человек в этом цвете. 6 даже. Все в синем, да. Так. А, вот еще в синем. Валера в синем, я практически синий, черно-фиолетовый. Любимые цветы. Нет. Нет. Гладиолусы. И еще есть один цветок. Пионы. У нее день рождения, смотрите, в июне, да? День рождения в июне. Пионы, по идее, бы уже отцвели бы, но с таким летом они у нас даже, по-моему, еще из земли не вылезли. У меня тюльпаны отцвели. Нет, я говорю, что можно было бы ей подарить. Гладиолусы только ближе к сентябрю, поэтому... Обойдешься розами, обойдешься розами. А. Надо же. За боку. Как вы думаете, у нее хобби какое? Все, что связано с музыкой, танцевать и петь. Да, музыка у нее хобби. Как вы думаете, какой был любимый предмет в школе? Математика. Нет. Математика, музыка. Физкультура. Кто сказал физкультура? Физкультура, конечно, такой активный ребенок. Как вы думаете, какая у нее была мечта в молодости? Побежишь на девятый. Певицей стать? Нет. Парикмахер, актриса? Нет. Строитель? Строитель? Нет. Так, профессия? Ну ладно, пусть будет профессия. Бухгалтер? Нет. Нет, это не профессия. Стюардесса по имени Лена. Нет. Нет, нет, нет. Это не... Зачем ты включил песню про бухгалтера? Не все думают, что... А, чтобы запутать, понятно. Нет, это действие. Какое-то действие. Что-то делать. Танцевать. Молодец. Танцевать. Танцы. Вы посмотрите на нее. Танцы, музыка. Как вы думаете, какая сейчас у нее мечта? Танцевать. Танцевать что? Вы думаете, за что, на что это, подарки-то подарили? На учебу, на танцы живота, да? Давайте поаплодируем, как замечательно. Так. Любимый певец? Нет. Нет. Не русский. Кто сказал Майкл Джексон? Держи. Майкл Джексон у него любимый. Там миллион, по-моему, всяких певцов любимых. Ну, пал выбор на Майкла Джексона, что он и танцует, и поет. Самый страстный исполнитель. А любимая песня? Но песня не Майкла Джексона, сразу говорю. Белладонна. Белладонна, нет. Яблоки на снегу, нет. Да у нее это бесполезно, тут не отгадаешь. Мне кажется, человеку, который любит музыку, тут все песни. 368-я любимая песня. Ну там прям написано, поет Королев, правильно? Королев ее поет. Эта песня? Нет? Это современная песня? А, современная песня? Вот этого? Кто отгадает? Я 3 бумажки дам. Молодежь, давай, собирайте, соображайте, ну. Главное, я у Ани спросил, это у меня есть вот этот уголек, есть Королев. Это точно Королев? Да. А эта песня? Уголек песня называется. Ладно, на тебе 3 бумажки.
Валера подсказал мне. Валера, ты угадал. На самом деле Валера отгадал, что за любимая песня. Так. А, да, кто отгадает, кто ее поет? А, Шазам здесь не работает, здесь Бункер. Это группа такая молодежная. L на 24 называется. S24. Ну это, ну ладно. Саша, ты вот. Не знаешь? Осенний туман. В общем, это супер тяжелый вопрос на самом деле. Даже я не знала эту песню. Любимая певица. А? Это Сингер Нагиева. Она даже это знает, на тебе. Вот точно человек болен музыкой. А, она даже Диму Нагиева знает. За Диму Нагиева. Любимая певица. Алсу? Нет, не Алсу. Она русская. Очень-очень блондинка. Да. Держи. Валерия любимая у нее певица. Так. Как вы думаете, какой у нее любимый актер? Ой, все вообще. Русский. Абдулов нет. Нет. Молодой, да? Где он играет? Она любит сериалы смотреть, поэтому это сериальный актер. Птичья фамилия у него. Это как? Какой-то, вы помните? На МТВ, на МТВ. Нет, не Певцов. Певцов, да. Певец. Вот, продолжаем это. Дятлов. Держи, Дятлов. Ну, наверное, актрису, не знаю, отгадайте, не отгадайте. Давайте попробуем. Тоже сериальная актриса. Тоже молодая, глазастая, да? Стройная такая. Екатерина она играет. О, сейчас. Александрова. А, Александрова. Правильно. Держи. О. На, это сложный вопрос еще. Держи, вот еще две. Так. Вот после того, как она любит сериальных актеров, догадайтесь, какой у нее любимый фильм. Нет, самое интересное, что нет. Он уже почти сериал. Ну как это там всего? Три серии всего, да. Это иностранный, довольно-таки молодой фильм, но лет ему может быть 10. С приключениями, с песком, с Санта-Барбара, это очень долгий сериал. Мумия, да. Так, девочки, кто еще? Кто еще крикнул мумия? Най! Держи. Песок значит мумия, да. Еще. Кому, кто еще крикнул мумия? Ну, такие все честно не признаются. Кому денег не надо. Ну, любимый алкогольный напиток. Водка. Водка. Мне нравится сын и работа знает, да, что ли? Да. Да, нет, я такой не могу в микрофон сказать. Ни в коем случае. Держи. Так, кто еще крикнул водка? Вот они, собутыльники такие, да. Безалкогольный напиток. Газировка. Ну ладно, и тут минеральная вода написана. Да, держи, держи. Так. Да, конечно, на первую крикнула. На пару. Вот чувствуется, да? С подругами, значит, они газировку пьют. А на работу, а на водочку. Да, да, понятно. Любимое блюдо. Шашлык нет? Нет, перец фаршированный. Долма нет, перец фаршированный нет. Но все эти ингредиенты в перце есть. Окрошка нет, долма нет. Картошка нет, гречка с кефиром. Люля-кебаб нет. Гречка с кефиром нет. Девочки, это вам за оригинальность, за гречку с кефиром. Это любимое блюдо, брат. Это завтрак. Ну, любимое блюдо, ну. Ну, вы что, да, откуда приехал человек-то? Ну, кто сказал плов? Ты список подглядел. Люля-кебаб. Плов у нее. Плов у нее. Плов у нее любимый, я уже отдала все. Давайте поаплодируем за разностороннюю нашу Лену. Посмотрите, совместными усилиями узнали они еще больше интересного. На работе пьет все-таки водку, да?
подружками, вот минералку, да? Вот так. А? Чай с травками. С какими такими травками? Иван чай, там мята, душица. Ладно. Они, оказывается, Леночка, больше о вас знают, чем вы думали. Да. Там такие травы, ух, такие травы. Я думала, вы на работу ходите, а у вас там нормальная гречка с кефиром, завтрак, чай, значит, водочка на работу. На обед водочка, завтрак. Да, да, да. Вот так вот. Давайте поаплодируем и выпьем за разностороннюю нашу Леночку. Высоко поднятый бокал иду. У нас потому что сейчас ожидается творческий сюрприз для мамы. Лена, Лена, Наталья, давайте. Я с вами там. У нас есть творческое еще поздравление. Да, мы готовились, сутками не спали. Ничего важнее, не только это. Наверное, мы попали в зону риска. Слишком, слишком быстро, быстро. И без тебя наш мир теперь не мыслим. Храним такую тайну, нету смысла. Ты к нам попала в сердце, словно выстрел. Слишком, слишком быстро, быстро. Твои глаза такие чистые, как небо, люби всегда. Мы поздравляем с днем рождения тебя. Подарим всю эту планету. Пропустила слова. Сегодня ты красивая такая, и все тебя мы дружно поздравляем. Не важно, что летят года и числа, слишком быстро, слишком быстро. Желаем счастья много и терпения, удачи, радости, любви, терпения, цветов, улыбок, денег, во всем везенье. Клянусь, с днем рождения! Твои глаза такие чистые, как небо, люби всегда. Мы поздравляем с днем рождения. Еще раз. Твои глаза такие чистые, как небо, мы для тебя подарим всю эту планету. С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! Ура! Мне нравится. Вот сообразили вовремя. Первый раз такие гости, которые сообразили. Ну ты не снимай, рано снимаешь. Рано снимаете. Когда музыка закончится. Оп! Бегом! А ты на голову. Рома, на голову. Завяжи на голову, Рома. Рома, завяжи на голову, как платочек. Руки вверх, завязать, 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 руки вверх, завязать. А что платье-то нельзя было завязать туда? Она в трусах. Так.
кто был последний? Подожди, кто был? Это первый, так, подожди. Танюша, я поняла, что болеешь за Игоря очень сильно. Одеты все. Вы все равно были последними. Да? Кто? Как? Какой у вас замечательный бампер, хвостик. Сразу видно заботливый. Аплодисменты. Идите сюда, раздевайтесь. Куда ты раздеваешься-то? Команда еще не, музыка еще не играла. Конечно. Смотрю, у тебя вентиляция есть. Подожди, какие колготки? Не снимай с нее колготки, подожди. Поехали, танцуем! Разобрали свои, хоть снимай трусы, господи. Дайте аплодисменты. Спасибо. Деньги я вам дала. Так, у нас осталось сколько? 4 пары? Те болельщики? Валера, вы готовы? Поехали. Как будто колыбель, я обниму тебя, чтобы не стало холодней. Курточка моя так хорошо сидит на ней. А твои глаза как блики в играх NBA. Я сегодня навстречу тебе шаг, чтобы отсюда мог убежать. Ладно, тебе на этом месте на шаг. Между нам сегодня хорошо, а на плечо, что? Немся! Болельщики, болельщики, кто за кого, кто за кого? Рома, ты должен на голову, на голову. О! Руки! Руки вверх! Вот это красота! Подожди, подожди, отойди. Кто был первым из них? Мы первые. Это понятно. Вот первая была пара, вторая пара. Вот из девочек кто быстрее трусы надел, кто смотрел? А у меня вообще хорошо. Давайте именинницу. Именинницу давайте отпустим, да? А именинница вперед была. Кому застрял? У нее застрял. Нет. Завтра все так мы работаем. Так кого отправляем? Юля, кого отправляем? Кого отправляем? Ну, быстрее, быстрее, быстрее. Вот сразу. Аплодисменты, работа решает. Все, кадры. Держите. Отправляем. Какой у вас замечательный наряд. Восточный наряд, не побоюсь этого слова. Поехали, танцуем! Анька! Где аплодисменты? Кто за кого болеет?
Нет, все-таки Леночка, тут как ни крути, Ромочка. Давайте бурными аплодисментами до третьего уровня с такими, с таким платьем. Держи. Держи. Ну все, сейчас будет бой. Давай, Ксюслав. Сейчас будет бойня. Не на жизнь, а на смерть. Что ты надо? Чтобы не простудил, что ты? Все хорошо. Готовы? Аплодисменты готовы? Валера, участники готовы? Поехали! Плохие болельщики. Давай, давай, завязывай, завязывай. Завязать надо. Игорь, завязать надо было. Победила дружба, я считаю. Тут вообще безоговорочно. Каждый из вас получает по 5 бумажек. Вот делите, ваша стопочка. Ваша стопочка. А у вас уже в руках должны быть стопочки. Ну, за такую замечательную дискотеку. Кого?
Там кто, да, там тот, кто на небесах. Поэтому наше желание, пожелание для нашей Леночки быстрее исполнится, если мы отправим потом в небо, загадаем желание, чтобы не все сбылось. Да, выйдем на улицу по закатам. Поэтому вот у меня один маркер. Написали, написали, передавайте мне вернуть, он один. Девочки, мальчики, кому еще шарики? Как дорог край, березовый, малиновой заре. Лена, с днем рождения! Любви! Мои дорогие родители, мама и папа, мои коллеги по работе, я очень рада, что вы пришли на мой юбилей поздравить меня. И я хочу сказать от себя, от всего сердца, от души, мою благодарность. Мои родные, мама и папа, спасибо, нынче говорю, всегда опорой вы мне были, вас уважаю и люблю. Глаза счастливо пусть сверкают, здоровы будьте, веселы. Благодарю за понимание, дороже всех вас в мире нет. Это вот моим родным маме и папе. Коллеги, милые мои, вас от души благодарю за ваши общие труды, за наши общие труды, за все, что достигли и смогли, за вашу преданность, успех, за то, что вместе мы всегда, за ваш задорный, звонкий смех. Достатка всем, терпения и добра. Вот так я хочу вас благодарить. Спасибо огромное. Спасибо.